в город по пропуску. Рязанские пешеходы, как и водители, теперь будут передвигаться по городу по специальным пропускам. О новом режиме сообщил зампред правительства региона Евгений Беленецкий. По его словам, в ближайшее время в регионе будут введены специальные пропуска для людей, дающие право передвигаться им по городу в период действия режима самоизоляции. При этом получить такой пропуск может любой гражданин, не выходя из дома. Предполагается, что мы разобьем на разные категории возрастные людей. Далее будут возможность выбора цель, либо регулярность, ну и далее там по ссылкам можно будет выбрать эти все, и будет сформирован точно так же пропуск, который можно будет распечатать в домашних условиях. Если же нету ни принтера, никакого печатного устройства, это можно будет сохранить в телефоне, как скриншоты, свободно этим пользоваться. На данный момент для получения пешеходами пропусков дорабатывается интернет-платформа. На первом этапе уже было упорядочено движение автомобильного транспорта. Следующий шаг – оформление пропусков для физических лиц. Власти постараются максимально упростить для жителей региона эту процедуру. Кроме этого, в настоящий момент прорабатывается возможность получения пропусков через сайт госуслуг, либо уже на существующей единой технологической платформе. Кроме того, зампред правительства региона отметил, что введение пропусков не должно привести к трудностям. В то же время эти меры должны призвать людей к ответственности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Все же адекватные люди, все понимают, чего мы хотим достигнуть данными мероприятиями. Да? Если идет семья, муж, супруга и ребенок, ну, естественно, им не надо там расходиться на 2 метра друг от друга, показывая там социальное расстояние. Если они подошли на остановку или к какому-то магазину, находится группа людей, с которыми они не контактируют постоянно, естественно, надо придерживаться этого расстояния. Это логично. Что касается сроков продления ограничительных мер, они будут определяться распоряжением главы региона.